Всем привет, с вами Джага, и мы попробуем еще раз пройти Black Rose. Черную розу. Да, так все весело. Так, я уже знаю, что делать, и я смогу. Джага, который смог. Заходим на второй этаж, слышим смешок. Ха-ха-ха. Да, плюем мы на твой смех, мы тебя не боимся. Кто бы там ни был. Не ходите нам с гробом, Миртл. Да мы будем там сидеть все время, рядом с этим гробиком. Посматривать, чтобы она не вылазила. Дверь заклинившаяся, заклинена. В общем, мы должны ее открыть с помощью пробела. Все будет хорошо. Так, три раза. Детский монитор радио, все классно. Вот, эта дверь. Я хочу узнать, что за ней. Или там ничего нет? Может, там до сих пор ничего нет? Ну, что-то же может там быть? Иди вниз по лестнице. Конечно, под лестницу. Кто бы это мог быть? Кто бы это мог быть нам по детскому радио говорить? Ну, не знаю. Кто-то же есть. Ой, подвал. Ну, тут всегда хорошо, ничего страшного не может быть. Это же подвал. В игре хорроров подвал. Ха. О, что это такое? Ее глаза, не смотри в ее глаза. Не будем. О, гробик. И монитор детский тут, радио. Это очень дико, в общем, надо отсюда валить. О-оу. Не уходи. Останься здесь еще чуток. Ага. Я тебе не верю. Че это происходит-то? Уходим. Тут хочешь не хочешь, будет вот такое. Ага, привет. И пока. Все, нет уже? Эта женщина, она пропала. Все, дверь закрыта, можно было и не дергать, сразу бежим куда-то. Куда? Да давайте сразу пойдем сюда. Где сундучок? Так, теперь пытаемся как-то поаккуратней, уворачиваясь от нее. А, сундучок. Она же где-то есть. Знаешь, что она где-то есть? Не поворачивайся, не поворачивайся. Она идет за тобой. Да-да-да-да-да-да-да. Идет. Ну, не будем смотреть ей в глаза, и все будет хорошо. Правда? Мы не смотрим ей в глаза, и все у нас хорошо. Все ли у нас хорошо? Ё-моё! Ну как хорошо? Более-менее. Фух. Ну, это не страшная игра, ничего страшного нет, все нормально. Я не испугался. Так, мы должны подергать... ящичек, чтобы понять, что ключ почему-то находится в гробике Миртл. Ну, это вообще не очевидно, но просто надо ходить, долго искать, и в итоге будет понятно, что он тут. Эх, не туда. Вот сюда. Ключик, да, мы берем и идем обратно к этому чудесному ящичку. Да, я понял. Просто тихонечко уходим. Ты нас не догонишь. Ты нас не догонишь. Все чудесно. Какой плохой звук. Не оборачиваться. Нет, нет, нет. Ты нас не догонишь. Уходи. Пропади. Пропади. Сгинь. Фух. О, это не страшная игра. Ничего страшного нет. Быстренько, быстренько, где этот ящик? Все, берем, берем, все, берем, берем. Take it, до свидания. Ага. Теперь мы должны пробраться вниз, закрыть гробик. Она сейчас там, наверное, отдыхает после вот этого двойного... беганье за нами, беготни. Так, сюда, 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 да. Ну что ж, мы закрываем. Нам дают мастер-ключ. Вот, теперь я хочу пробраться наверх и попытаться открыть самую верхнюю дверь. Ха-ха.
Да, да, я понял, это... Миртл слегка печалена. Быстрее, 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 быстрее. Хоп. Да, давай, пробел, 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 пробел. Раз. Два. Три. Все, хана. Нет, мы еще успеваем. Так, верхняя дверь, верхняя дверь. Это весело. Ну, это нечестно. Я добежал до верхней двери. Не может же быть, что это просто ловушка. Так, сундучок, сундучок. Ну да. Берем ключик Миртл, идем закрывать ее жилище, чтобы она там жила. Если она живая. Кстати, вот дверь тоже непонятная. Почему она закрыта? Ну, спокойствие. Сейчас-то мы все пройдем как надо. Пока. Мастер-ключ. И сейчас начнутся кирпичи. Да не страшно. Ну, ни разу не страшно, потому именно мы и бежим. Блин. Хоп. Континуя. Пробел. Давай быстрее. Побольше, посильнее. Раз. Два. Ну, давай, третий будет классный, как надо. Отлично, бежим. Вот теперь бежим. Верхняя дверь. Мы должны добежать до верхней двери. Верхняя дверь. Пошла вон. Фу. Фу, пошла вон. Ты нас не догонишь. Ты нас не догонишь. Мы пробежим. Отлично. Тут коридор и... Тут какая-то фиолетовая жидкость в бутылке. Что за черт? Выпить ее. И? Ну, судя по всему, игра закончена. То есть, это не game over, а завершение игры одна из концовок. Так получается. То есть, либо наш герой выпил жидкость и, судя по звуку, упал. Как бы либо отравился, потерял сознание, либо даже суицид. Либо он плеснул ее на привидение, но закашлял и упала. Тоже вариант. Тем не менее, игра пройдена вот таким еще одним образом. Да. Еще одна концовка. Может, еще кого-нибудь попробую найти. Спасибо за внимание. С вами был Джага. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До новых встреч. Такой вот.